Дорогие друзья, скажу быстро, в закрепе паблика ВКонтакте прямо сейчас мы разыгрываем бабочку, которая куплена из Авито. Условия написаны в описании этого ролика, ну а 15 июня мы это разыграем. Здорово, дружище, осталось два выпуска этой рубрики, где я на бесплатной CSGO пытаюсь апнуть глобала. Все остается так же, я ненавижу этот режим, я ненавижу это, я ненавижу создателей этого ужаса. Почему это ужас? Да потому что нет ни одной катки, где не будет читеров. Я играю по ночам, только по ночам, потому что их поменьше. Но этот лайфхак уже не работает, они уже везде и всегда. Поэтому желаю тебе приятного просмотра и не забудь поставить лайк. Мы снова на читеропе и сейчас мы прокрутим еще раз барабан. Два предмета в контракт. Давайте делать контракт. И нам падает отсюда 600 рублей. Контракты не окупают что-то в последнее время. Но мы используем специальный промокод и крутим барабан еще раз. Бесплатное открытие тайного. И здесь нам падает МК Сайрекс, которая, ну, 100% уже окупает. Ну, а ссылочка на GG-дроп есть в описании. Найс. Оу. Я, пацаны, это было жестко. Вау, захапчит. У них первый читер, чуваки. И сейчас бам в голову, смотрите. Ну, ладно, всем привет, друзья. Это новая серия калибровки. И начало у нас такое, погнали. Он везде, я не знаю, откуда он стреляет. Он попадает с мида. Откуда он вообще стреляет? Что за рофл? У него какой-то прикольный щит. А, ну хотя карта кэш. Это же карта прострелов. Ну, скажите мне еще одну карту, которая также часто простреливается. Кэш в этом плане выигрывает. Он прострелит вот это? У него команда мяса. Он что-то делает просто. Вот видите, какие у него прострелы классные? Он везде просто. Поворачиваешься, он сзади. Я боюсь опять. Вы понимаете? В обычной игре ты... В обычной игре ты видишь, кто тебя убивает. В этой нет. То есть тебя могут убить в начале раунда. Тебя могут убить в конце раунда. Вообще, ну ты его даже не видишь. Он опустил голову. Возможно, он подруб. Сейчас. Нет. Let's go, чит. Ну, такими тампами мы проиграли эту катку. И, возможно, мы будем Беркном первым. Nice, dude. Nice, guys. Let's go. Не, и там боты. Если мы, вот, мы проиграем эту катку, это будет печаль, беда огромная. Ну, примерно так. Начат. Найс, о май гад, гайз. Блин, пожалуйста, дайте Суприму за такую катку позорную. Смотрите, какой был винстрик. Дайте. Черт. Ладно, я доволен. Погнали дальше. Я не понял, что происходит в этой катке. Но по первым предложениям что-то есть у нас. У них два бота. У нас в команде пока что прям явно читеров нет. Катка, скорее всего, не завершится полностью. Она... Я вам только что это сказал. По-братски, дайте Суприма. Дайте Суприма. Гребаный вальф. Лучше потом дайте. Сейчас незаслуженно будет. Лучше в следующей катке, чуваки. Давайте потную катку сыграю, а потом уже... В смысле? И все? А где церемония награждения? Ну ладно. Мне даже не показали, потому что мне выпал дроп. Алло, камон. Идем дальше. Что это было сейчас? Я сидел в инсте, ссылочка есть в описании. Ну, часто фокашил, меня кикнули за это. Катки, где против нас рейджер. Я не знаю, зачем они это делают, но по сути им даже нужно спасибо сказать. Я смогу начать следующую уже без читов. Погнали.
Так, что у нас происходит? Угу. Ага, 30 минут баны. Ага, у противника. Хорошее начало с новой катки, мне нравится. Стак читеров. Ну все, тогда я могу расслабиться, попить воды. Ой, узнали что ли? Я понял. Банихоп. Нормально. Я только ночью играю, представь. Реально жду ночью, чтобы играть. По-другому там невозможно. Ночью только поймешь читеров. Но они в каждой катке все равно. Не, ну если кебаб попадается, то да, это сок будет. Кто попадается? Кебаб. Ну типа турок, либо еще кто-то. Там всегда читеры? Не знал такую закономерность. Форест. Пишем двери. Лучше бы ты знал, как я заморочилась и настраивал эту херню. Коротко о том, как я играл в этом раунде, я вообще буду играть в этой катке. Почему? 4 читера у меня в команде, которые играют просто так. Я не знаю, что происходит. Это нон-прайм. Пожалуйста, не идите сюда. Если вы любите себя, уважаете хоть немножечко себя, не идите сюда. Не играйте в это говно. Стреляй мне в голову. В него стрелять? В голову, в который мне. Все. Вау! Да ладно, где твоя голова? Сверху? Нет. Чё за рофл? Она... А, ты выключил? Она... Левее. Как называется эта фича? Левее десинки. Короче, проще антиэйм обычно. Антиэйм? О, все, чуваки. А, это катка завершилась? А, все. Нет. Нет, смена. Нормально. Так, не говорите, что я суприм по-братски. Ничего, да? Не, черт. Ну вот, вы сейчас зашли в катку, вы же не будете подрубать? Нет. Давайте дождемся, может быть, у них нет читов. Ну насчет того, что у них нет читов, я уже сомневаюсь, дефлоратор. Нам ты понял, к чему это отправлено. У них трое. У них трое софтеров. Трое софтеров у них? Да. Дефлоратор это фрекинг. По сути, игроки. Дипом на первом было. Но я понял так все. Шок, ты кому-то по голове дал. Да ладно. Серьезно? Я не слышал. Там звук такой. Как по голове. О, подрубил. Он нормально? Либо просто прострел. Вода пошла. А, подруб. Вот это я умею. Спать. Там же? А я смогу прострелить вот так вот? Нормально. Боже, чуваки, я так хочу спать. 5:30, ё-моё. Причем самое прикольное то, что Эрик на первом месте. Кстати, да. Кстати, да. Против Раджа делать 20 килов. Это нормально, нормально. По-моему, немножко в нашу тему точно вписываешься. Ладно, спасибо за игру. По-братски дайте мне суприма. Да ну. Еще идем? Чел на сидит. Last be, last day, diffuse. Ладно, если что, чуваки, пол четвертого дня я поспал и продолжаю снимать. Первый раунд выиграли и пока все неплохо, возможно, это катка для Суприма. Да. Так, пацаны, я звоню по его номеру. Алло. Дружище, привет. Здорово. Слушай, я про тебя сейчас играю. Короче, чувак, попроси своего чела вырубить это говно.
Ну ты же знаешь челика в CSGO, такого как Носок. Ну, он дал твой номер. А что ты за него отвечаешь? Дядь, ты понимаешь то, что ты попал? Не на бабки. Завтра ты выйдешь на улицу, тебя встретят, знаешь кто? Не твои друзья, другие люди. Полиция? Не-не-не, полиция мы с ними не работаем. Просто, когда будешь ходить вперед, оборачивайся назад, хорошо? О, отец, хорошо, я люблю, когда впрягаются родители. Хорошо, что случилось? Смотрите, какая ситуация. Я играю в такую игру, которая называется CSGO. И ваш сын, Носок, играет в команде с читером. В команде читеров? Он вообще что ли охуел там? Я с ним поговорил. Спасибо, то что вы поняли меня правильно, удачи. Ладно, чуваки, это слив. Увы, но это жесткий слив. Что могу сказать? Неприятно. Неприятно. Просто неприятно. Ладно, идем на кст. Go be my friends. Да, блядь, да купите там форс, он попробую взять. Думаешь? Ну, пока вот. Да, блядь, сейчас форс надо. Ну если ты думаешь, что это хорошо, братишка. О, чуваки, у них там какая-то тема с читами. Видимо, бесплатная. О боже. У нас победа, победа, проигрыш, победа, победа, проигрыш, проигрыш. Ужасная статистика. Я не знаю, мне кажется, о глобале могут только мечтать. Лол. Я просто прошел мимо, я думал, это не чел. Я думал, это наш. Ну куда я стреляю, камон? Найс. Ладно, что могу сказать? Я говорил, что будет два последних выпуска, и это предпоследний. В следующей серии я апну глобала, но мне придется апать два звания. И Суприма, и потом уже глобала. Возможно, даже три, если меня сейчас понизят. А шанс огромный, что меня сейчас понизят. Хороший конец скатки, у меня впервые такой в жизни, когда так чел падает на самом деле. Возможно, это судьба, в которую я не верю, но конец был забавный. Я Лем. Хорошо, это хорошо. Единственное, что меня сейчас радует. Ладно, ребят, чем больше лайков вы поставите прямо сейчас, тем быстрее она выйдет. Но, нажав на колокольчик, ты увидишь это первым. Дайте мне неделю, и выпуск будет готов. Последняя серия калибровки бесплатной CSGO, где я апну глобала в этом дерьме без прайма. С тобой был я, Шок. Спасибо за просмотр. Я пошел отдыхать. А именно как отдыхать, смотри мне в инстаграме. Пока.